Смотрите, как перейти в комнату для вебинара. Вы получили вот такое письмо, но так как я его еще не получила, поэтому я открою предыдущее. Нажали на ссылку. Ссылка на страницу афиши мероприятия. Нажимаем. Вот она у нас сейчас прогрузится. Мы ждем. Опа! Как избежать 8 основных ошибок при покупке недвижимости за рубежом? Описание мероприятия, время и так далее. Вот она, зеленая кнопка. Перейти на мероприятие. Нажимаем. Видим, да, что у нас появилось. Сейчас я немножечко даже подвину. Так, на центр, чтобы было лучше видно. Ага. Имя в конференции. То есть это то имя, каким вас будут видеть остальные участники, и я в том числе. Ну, я введу свое имя. Оксана Майкова. И вхожу как гость. То есть вы в данном случае войдете как гость. Нажимаем. Ждем, пока система прогрузится. То есть не суетимся, спокойно ждем, пока откроется комната. Угу. Вот. И идет подстройка. То есть она открывается. Все. И вы вошли. То есть вот здесь, вот в левом углу, вы увидите свое имя. И ждите начала. В принципе, все. То есть всех жду на вебинаре. Пообщаемся. Должно быть жарко.